Украинской ГТС заинтересовались 7 компаний. Состоялось первое заседание рабочей группы, уполномоченной на консультации с международными операторами, которые заинтересованы стать партнерами в управлении ГТС Украины. Переговоры с компаниями, заинтересованными в партнерстве по управлению газотранспортной системой Украины, начнутся 21 февраля. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион на своей странице в Facebook в пятницу, 9 февраля. По его словам, 21-22 февраля пройдут первые интервью с компаниями, которые прислали свои предложения Украине. Есть 7 заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия, рассказал Кистион. Вице-премьер напомнил, что до 1 марта 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности ожидает предложения и от других компаний, которые по тем или иным причинам не успели подать их до 1 февраля. После переговоров рабочая группа сформирует предложения к условиям конкурса и предложит их на рассмотрение правительства и Верховной Рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для магистральных газопроводов Украины, добавил Кистион. Ранее сообщалось, что Украина собирается привлечь французскую энергетическую группу ENGIE к модернизации своей газотранспортной системы. Новости от корреспондента Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.